Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости, а также неравнодушные к моему творчеству, моего канала. Ну что скажу вам, друзья? Опять новые песни, как всегда. Итак, поехали. Я помню случай в лес, мы по грибы ходили. Погода теплая, довольно хорошо. Грибов набрали, и домой мы прикатили. Из леса принесли грибами кое-что. А это кое-что была, правда, улитка. Она под шляпкою гриба скрывалась из своего укрытия глазела прытка. Ползи куда-то по грибов, все порывалось, и изучая пристально чужое место, ползла не торопясь, уже привыкла к нам. Улитке совершенно было интересно. Ползла по нашим, а на собранным грибам. Особый случай, особый случай, особый случай выпадает какой раз. Особый случай, особый случай, бывает случай, особенно у нас. Похоже, пришла я вдруг кушать захотела. Жена кусочек помидорины дала. Голодная улитка с аппетитом ела. Поех немного, она скоро спать легла. Побыв у нас в гостях, ее мы проводили. Жена в соседский палисадник отнесла, оставив у себя улитку, не решили. Побыть у нас подольше просто не смогла. Особый случай, особый случай, особый случай выпадает какой раз. Особый случай, особый случай, бывает случай, особенно у нас. Особый случай, особый случай, особый случай выпадает каждый раз. Особый случай, особый случай, бывает случай, особенно у нас. Do-do-do.